10 копеек 1961 года. На реверсе в центре прописан номинал монеты, число 10. Под ним надпись «Копейки». Ниже указан год чеканки 1961. Слева и справа полукругом колосья пшеницы, дополненные в нижней части дубовыми листьями. Колосья пшеницы символизируют богатство и изобилие. Дубовые листья символизируют силу. На аверсе в центре герб СССР образца 1956 года с 15 витками ленты на колосьях пшеницы по числу союзных республик, входящих в состав Союза Советских Социалистических Республик. Между колосьев пшеницы на фоне восходящего солнца и планеты, размеченной параллелями и меридианами, серп, наложенный на молот. Над ними пятиконечная звезда. Под гербом горизонтальной строкой прописана аббревиатура государства, надпись «СССР». ГУР трубчатый. Монета образца 1961 года изготовлена из нильзейдбера. Н10. Сплав 58% меди, 30% цинка и 12% никеля. Вес монеты 1,6 грамма. Диаметр 17,3 мм. Толщина 1,2 мм. Чеканили монету на Ленинградском монетном дворе, начиная с 1959 года, еще до введения в оборот в 1961 году. Поэтому тираж превысил 1 миллиард 200 миллионов штук. Отсюда и средняя цена – всего 10 рублей. Конечно, встречаются монетные браки, разновидности штемпелей, но это отдельная тема и другие цены.